Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Школьные новости». С вами я, Валентина Фетисова, и... Яся Уге. Предвыборная гонка подходит к концу. Во вторник прошли дебаты. Избиратели познакомились с программой кандидатов в президенты школы. Было задано много вопросов и высказана масса предложений. Сегодня состоятся выборы. Надеемся, что учащиеся, родители и работники школы примут участие. Завершился первый этап конкурса «Лучшая тетрадь 2011-2012 учебного года». На экране вы видите результаты конкурса. Поздравляем победителей! 26 сентября прошел конкурс классных уголков. В номинации «Самый солнечный» победил уголок первого класса. Уголок третьего класса признан самым красочным. Четвертого класса – самым оригинальным. Уголок пятого класса – самым звездным. А шестого класса – самый организованный. В субботу была организована экскурсия в Кемер. Подробнее об этом расскажут наши специальные корреспонденты. Айша, Зарина, слушаем вас. Добрый день, уважаемые телезрители. В 11 часов на школьном автобусе мы отправились в славный город Кемер. По дороге Ирина Анатольевна рассказала много интересного о городе. Экскурсия началась с посещения главной достопримечательности Кемера – часовой башни. Обедали мы в Бургер Кинге. С набранными калориями успешно расстались на тренажерах и на батуте в парке. Лариса Васильевна провела мастер-класс по прыжкам на батуте. А желающие искупались в море. Это было незабываемо. И, наконец, гвоздь программы – посещение дельфинария. Выступление дельфинов было интересным и веселым. Оказывается, что дельфины не только прекрасные пловцы и прыгуны, но и замечательные певцы и художники. А с морскими котиками мы даже целовались. Возвращались счастливые и полные впечатлений. Специально для школьных новостей Зарина и Айша. На сегодня все. Будьте здоровы. До встречи в эфире.